Россия рабоче-крестьянская, и как не отчаяться? Едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается. Деревни голодные, степи бесплодные, и лед твой не тронется. Едва поднялось твое солнце холодное, и вот уже клонится. Вот в точку, да? Многое может сделать крестьянин, но он не может сделать одного. Он не может построить государство. А то, что он построил, является именно крестьянским государством. Вот эти кадры смешные и страшные, которые свидетельство того, каким образом может существовать рабоче-крестьянское государство. Вот только таким. Только таким образом. Другого нет. Просто нет куда взять для этого резервы, да? Духовные, интеллектуальные, какие угодно, культурные, не будет. Хочешь крестьянского государства, или как оно называлось, рабочим крестьян, пожалуйста, ты его получаешь и живешь этим. И крестьянин где-то и рад тому, что все-таки страшное, давящее, уничтожающее, губящее, но свое, родное, и можно броситься на шею Сталину. А где ты на шею императора бросишься, да? Он чужой, он оттуда, из рыцарства, издалека, из других краев, немец, он наш император. Чудовищная грязь, да, смотрите, вот эта дорога такая, специфическая. Вот такая же дорога была и тогда. Она не изменилась, по сути дела. Обозы застревали, невозможно было подвозить боеприпасы, орудия были разнокалиберные, боеприпасы к ним тоже не подходили. В общем, вот видите, мы, так сказать, как можно назвать это способ участия в исторических событиях, да? Реконструкция. Да, реконструкция. Но реконструкция такая естественная, то есть никто специально дорогу не разрушил для нас, да, она не изменилась с тех пор. И вот здесь пора вспомнить нам о том самом рыцарстве, о воинстве, о героизме, о личной стойкости, а ведь тогда довольно была странная тактика, когда войска стоят, их осыпают пушечным огнем, там ни окопов нет, ничего. Они вот так вот стоят и падают, как в том фильме «Чапаев», когда капелевцы, да, вот в них стреляют, они падают, но идут вперед. И вот крестьяне бы действительно побежали. Не потому что они трусы, а потому что у них нет вот того воспитания, которое необходимо солдату, для того, чтобы остаться на позиции. И вдруг, как мы помним, да, Карл XII называл русских или русолдат и русскую армию московскими мужиками. И, в общем-то, где-то был близок к истине. И вдруг оказалось, что не мужики. И вот эта стойкость русских гвардейцев, она явилась свидетельством того, что воинское воспитание, где вот моменты рыцарского духа, конечно, присутствовали, да, и служили даже ее основанием, началось. Россия начала меняться. Этот крест и есть возвышение над тем, чем она была до того. Александр Куприн, купол святого Исаакия Далмацкого. Вот небольшой отрывок из повести, посвященной Семеновскому полку и другим моментам всей этой истории. Да. Состав северо-западников не был постоянный. Он имел текучий, меняющийся характер. Во время весеннего налета на фронт Красная Горка значительная часть гарнизона перешла без боя на сторону белых. Образовался Красногорский полк. Ушли к белым посланные против них вятичи. Вот и Вятский полк.
тот же период двинуло Красное командование и в тыловой обход белых Семеновский, бывший лейб-гвардии полк. Полк внутренней охраны Петрограда, как его называли официально, зайдя в тыл белых, у Выры, это все те места, которые мы проезжаем, двигаясь к Санкт-Петербургу по Ямбургскому тракту, так мы назовем тоже ту дорогу, по которой едем. Зайдя в тыл белых, он с музыкой перешел в северо-западную армию, убив сначала своих комиссаров и красных фельдфебелей, один из них застрелился, полк так и сохранил навсегда свое старинное петровское имя.